Всем привет, ребята! Вы на канале Ростиксона, а я его ведущий, который хочет научить вас создавать и продавать NFT. Я буду продавать NFT на бирже Gate.io. Gate.io это один из самых лучших бирж в криптовалютном мире. Как пример, я могу показать рейтинг бирж на CoinMarketCap, он сегодня стоит на 5-м месте. Поэтому Gate.io является одним из самых лучших вариантов для продажи своего NFT. Чтобы продать NFT, которых сейчас мы собираемся создать, нам нужно перейти на страницу NFT или на раздел NFT на бирже Gate.io. Нажимаем здесь NFT и попадем вот такую страницу. Здесь вы уже можете продавать свои NFT абсолютно бесплатно, без скрытых комиссий или вообще очень легко. Чтобы продавать NFT, вам нужно, конечно, нужно быть зарегистрированным на бирже Gate.io. А если вы не зарегистрированы, реферальская ссылка находится в описании, переходя по которому вы получите 20% скидку на торг комиссии. После того, как вы зарегистрировались, нажимаем на кнопку «Создать». Вас перекинет на страницу, где вы можете опубликовать свои NFT для продажи. Но сначала нам нужно создать коллекцию. Поэтому Gate.io нам подсказывает, чтобы мы создали коллекцию. Нажимаем, чтобы создать коллекцию. И заполняем данные. Здесь теперь нам нужно загрузить логотип, оболочку, баннер NFT коллекции. После этого нажимаем подтвердить и создать. Как видите, у нас успешно создан наша коллекция. После этого опять переходим на страницу NFT. Здесь нажимаем на кнопку создать. Теперь у нас есть коллекция и у нас есть доступ загрузить наш уже собственный невзаимозаменяемый токен или же NFT. Но сначала нам нужно создать самого NFT. Для этого нам нужно любой фоторедактор, где мы можем что-то рисовать. Создадим новый проект, здесь любая ширина, любая высота, и теперь здесь рисуем, что мы вообще хотим рисовать. Рисуем, что придет в голову, то есть креативничаем, и можем это просто продавать. Все, надеюсь, этого хватит, надеюсь, этого кто-то купит. Главное критерие, вы должны рисовать так, чтобы его кто-то купил. Как только мы нарисовали свое искусство, свой арт, то вам душе угодно, мы его можем просто продать. Вот, и мы его сейчас продадим. Нам нужно также придумать обязательно название работы, например, это Gust. И здесь под желанием заполняем другие данные. Нажимаем на галочку и нажимаем подтвердить. После этого у нас перекинет на такую страницу, нажимаем отчеканить. И теперь введем пароль фонда и нажимаем отправить. Все. Наша работа отправлена на проверку. Вот так легко мы создали свой собственный NFT и его поставили на продажу. Если одобрить наш NFT, он появится в разделе «Рынок». Здесь есть свой собственный рынок, где находятся и другие NFT, например, вот такие красивые NFT. Здесь, если вы хотите, их можете купить, если вам понравится. Если ваш NFT пройдет проверку, здесь он тоже окажется и он будет доступен к продаже. Если кто-нибудь захочет купить ваш NFT, он может купить его здесь, и вы за это получите денег. Вот так очень просто можно создавать NFT и его продавать. А также здесь можно заработать не только на собственных токенах, здесь можно еще заработать на лаунчпадах, где вы можете купить уже готовые NFT по низким ценам, то есть с обычными токенами. Когда появляется новый токен, его запускает на лаунчпад, то есть вы можете купить новый токен по низким ценам и продать его, когда он будет достаточно высоким, его цена будет достаточно высоким, и вы заработаете на спекуляции. Вот так и работает NFT. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.